последняя цифра твоего лайка покажет, кто ты из ютуберов по Бравл Старс. Всем привет, ребята! Вы на канале Дэнплэй, и сегодня мы будем играть за Динамайка. Просто будем играть за Динамайка в столкновение вот на такой вот карте. Но не простого Динамайка, а Майка-повара, да. Ребята, я купил Майка-повара. Я не смог снять тогда видео, ребята. Акция была 24 часа. Точнее 22 часа вроде как, я помню. Я не помню уже, сколько она вообще длится. И, в общем-то, я тогда был не у себя дома. И видео не выходили так часто, потому что я был не у себя дома эту неделю, в общем-то. Ну, в общем-то, не дома, да. Ну, я не был, в общем-то, где обещал на Эванден канале, а просто был там у дедушки, в общем-то, с бабушкой. Но, ребята, вот через 2 дня, точнее, ну, через 3 дня уже ждите видеоролики. Точнее, не ждите видеоролики, а я буду снимать их и выкладывать. Я буду их уже, наверное, чуть попозже. Где-то числа, не знаю, может уже в новом месяце буду выкладывать на Эванден новые крутые бомбезные видеоролики. Ну, скорее всего, нет. Так что, да, ребята, вот такой вот спойлер. Спойлер, да. Хотел сказать как-то по-другому, но не сказал. Ну, вот такой вот классный скинец. Я его купил за 69 гемов. Понимаете, он стоит 150 гемов. Целых 150. Но я его купил за 69. Мне он очень нравится. Перцами кидается, такой крутой. Но вообще, мне он очень нравится. Я бы его хотел купить, но он стоит 150 гемов. А 150 гемов мне тратить очень обидно. Ну, как на скин. За 69 гемов я его купил. Не сдержался. Вот просто думаю... ну, блин, так хочется. Ну, думаю, зачем мне гемы эти копить? Буду по акциям скины покупать. Если уж бомбезная акция будет всегда, то я буду покупать уже на видео, ребят. Ну, потому что я не смог снять на видео, как его покупал, а акция закончится. Думаю, куплю, заскриню и превьюху как раз такую сделаю там. Ну, в общем-то, нормально. Погнали, ребята, за повара Майка нашего. Нашего Дина-повара, Майка-повара. Просто поваренка деда, в общем-то. Дедок, погнал. Мой, блин, Мортис. Нет, только не ты, пожалуйста, Мортис. Уйди от меня. Ха. Блин. Блин. Да взорвись ты, блин. А, вот эти Мортисы бесят меня, бесят. Ну. Кстати, там говорили что-то про изменение баланса. Я его не вижу. Просто тупо не вижу. Я не понимаю, я его не замечаю. И у вас, ребята, игра обновилась. Вот, я смотрел там одного ютубера, в общем-то, говорят, что, типа, обновление баланса вышло. И многих бравлеров, 12 бравлеров пофиксили в лучшую сторону и в худшую там несколько. В общем-то, я не понимаю, я у себя этого... У вас обновилась вообще игра? У меня как-то не обновлялась. Может, это без обновления оно вышло так? Но я ее не понимаю, почему... Ну, погнали, ну, блин, ну, первые кубки — это слитая катка. Потому что Мортис — это такая гадость, это просто гадость нереальная. Вот просто самый худший враг Динамайка — это Мортис. Если бы я не Мортис, я бы, возможно, бы ушел бы в плюс кубки. Так, блин, мне стрёмно тут. Вдруг какая-то крыса сидит обратно. Блин, быстро. Все, ребята, обратно же. Обратно же я проиграл. Ну, в общем-то, так. Иди, Мортис. Знаешь, куда? Мортис же, получается, на клад... Да, на кладбище иди, Мортис. Потому что, ну, ты же там что-то... Я не знаю, что он... Ну, в общем-то, он вроде бы что-то там... я не помню. Ну, вроде бы что-то с кладбищем связано. Его там работа какая-то. В общем-то, пускай он туда и идет. Зачем он идет на карты Бравл Старс? Ну зачем? Я вообще ненавижу Мортиса. Вот кто любит Мортиса, вот пишите плюс, а кто ненавидит, пишите просто минус. И тогда я пойму, кто любит Мортиса, кому он нравится, а кто просто ненавидит и просто ненавидит этих крыс Мортиса. И плюс в балансе улучшение. Чё так лагает? В общем-то, его пофиксили в лучшую сторону. Его тупо улучшили нереально. Ну, не нереально, я не помню.
Вроде бы нормально его так улучшили, но Шелли улучшили очень хорошо. И также улучшили вроде бы хорошо. Блин. I have a problems. Ну, блин! Ну, ульта! Да... Блин. Да задолбало, я, короче, получается, тупо сливаю кубки на динамайке. Лучшего занятия нету. Окей. Все, я настроился. Я тупо вот сейчас вообще не думал об игре. Я тупо играл вот и не думал вообще. Что, как? Я просто возьму, беру так и играю. И думаю вообще о другом. Окей. Поваренок Майк. Ну давай, Майк. Давайте посидим. Вот давайте эту дурочку убьем. Надеюсь, мы ее убьем. Ну, конечно, лучше не нарываться на нее, а то она сейчас выскочит как. Оно же такое редкостное. Это создание. Ну, уйди ты отсюда. Хотя я к тебе лезу. Уйди с карты. Ой-ой-ой, валить. Блин, ну задолбали вы. Ну, вы так задолбали, Мортисы. Я вас ненавижу. Я вас просто ненавижу. Пожалуйста, задень. Ну, как не задело? Вот просто как? Блин, уйдите вы, Мортисы, от меня, пожалуйста, подальше. Я вас ненавижу. А чё так мало персонажей? А чё никто, блин, никто вообще не умирает? Понятно всё с вами. Да молодец, хвастайся этим. Крыса сраная. Хм. Нормально. Зато боксик. С которым ничего не выпало. И тут же название для видосика. Слил динамайка. И все три троеточия. Не, карта, конечно, вообще не подходит. Все, вся вина на карту. Карта дурацкая. Ну, а опыт? Нет. Я, ребят, вот реально, вот я... Ух ты, задел. Вот я, ребята, уже в Brawl Stars не заходил, не знаю сколько. Я не заходил в нее уже нормально. Так не я вообще не играю. Вот просто забираю новые карты, жетончики. И просто не играю. Вот вы заметили, у меня 200 жетончиков, там все. Я не играю. Я потерял свой скилл, опыт. Так что все. Я не буду сидеть вот это все лето и играть в Brawl Stars. Я вам реально говорю. Вот как-то, когда в школу ходил, как-то хотелось играть в это. Brawl Stars. А сейчас вообще не хочется. Вот просто я на улице играю, и все. Вот просто, ребята, вот я вам реально говорю. Тоже, ребята, лучше проведите это лето не перед телефоном. Ну, можно там, ну, конечно, поиграть там. Там, ну, я понимаю, да. Но сидеть и поднимать кубки, а потом 1 сентября будут дети хвастаться, как они... Провели лето, а вы будете, типа, подняли 10к. Класс. Ну, блин, все, мне хана. Уйди от меня, ну ты, шляпочник. Ох ты. Убил. Е. Ну, пожалуйста, не... Ой-ой-ой, это вот топово я сыграл. Это вот скиллуха возвращается. Улетай. Я не замечаю этого баланса обновления, блин. Отчета, ну, третье место хотя бы, ребят. Ну, Power Mike это топовый скинец, просто всем рекомендую, кто купил, тот просто красавчик, просто нереальный крутой. Теперь надо поднимать Дина. Ну, я не буду играть, я вот просто сейчас на видосике сыграю, ну и может, я не знаю, куда бы пойти. Ну, нет, давайте только в столкновение пойдем, потому что я не хочу как-то сливать в осаде, вот это вот все. Да ну его, я не хочу просто играть в Brawl Stars. Вот мне как-то, когда выйдет обновка какая-то серьезная, ну что это за баланс? Я вообще не замечаю этого обновления. Вот просто у меня не было ни кнопки обновить. Я сразу заходил в Play Market, такой смотрю, обновить нет, нету обновить, ничего не встречает. Я просто как заходишь, так и заходишь. Я не понимаю. Вот напишите, может у вас обновление само было или оно просто без обновления ввелось? Я не понимаю. Ух ты, блин, тут Фрэнки. Фрэнки.
Франкенштейн, иди сюда. Иди сюда. Я на динамайке так себе играю, но скинчик просто топовый. Значит, надо... Опа. Ну, давай. Ну, блин, ну почему... Блин, меня сейчас убьют с обоих сторон. Короче, надо Фрэнка добивать. Пожалуйста, добеем. Давай затеемся с тобой. Ты крыса или нет? Я не понимаю. Да, я вот тут так... Может, Фрэнка буду палить? Да, ну, блин, ну зачем ты поставила эту свою фигню? Блин, и меня еще хочешь убить? Ну, ты крыса, блин. Я только что испугалась. Иду себе спокойно такой. Говорю, типа, ну ты крыса. И тут такой, опа. Думаю, вы видели, как я... Так, ну, вы не видели, как я дернулся, но... По звуку, думаю, вы поняли. Brawl Stars. Нужно делать строго от 16 лет. Потому что крысы пугают просто. Иногда вот просто идешь так в кусты, не, вообще... этот, а потом так раз и тебя закрысили, ты просто испугался. Когда ты переживаешь за своего бойца, просто очень переживаешь, тогда настроен, ты раз из-за кустов выбегает Леон, это просто... Фу, у меня аж мурашки пошли по коже. Ну, понимаете, я не ожидал такого, вот просто не ожидал. Не то, что я там испугался как-то, я тупо не ожидал так. Вот сейчас такой выскакивает. Ух ты, блин, ну, надо, кстати... Может, скоро на Бо поиграть, а то я на Бо не играл. Точнее, не сливал. Окей. Давайте Шелли подразним. Иди сюда. Ух ты, там кто-то... Блин, зачем я это сделал? Что я сделал? Куда я автоатакой стрельнул? Подождите. Ай, блин. Ну, крыса ты такая... Хорошая. Короче, ребят, я думаю, нам надо видеоролик закончить, потому что я сейчас люди на майка до нуля. До нуля не получится, но до 50, думаю, сольем. Так что надо это... Я потерял просто скиллуху, я потерял свой опыт, просто стал, в общем-то, нубом. Эволюция. Ну, в общем-то, возвращение в нуба. Вот так вот. Ну, в общем-то, вот такой вот был видеоролик. Обязательно поставьте лайк, если вам понравилось, как я слил этого повара Майка. В общем-то, Шева. В общем-то, победитель мастер-шеф, да. Вот так вот. Шефа этого. Не, ну он прикольный. Вот просто, вот смотрите, вот у него вот это вот какая-то... Ну, это супчик такой. Это зелененький, это супчик такой. Видите, там еще этот лук такой, в общем-то, торчит. Перчики, в общем-то. У него еще халат такой вымазанный. Ну, вообще, знаете, вот это мастер-шеф. Я вообще прошлый год смотрел. Кто тоже смотрит и смотрел. Да я сейчас не смотрю. Прошлый, в общем-то, год я смотрел. В общем-то, это у него, знаете, что это китель у него. В общем-то, вот так вот, да. Ну, вот так вот. Вот так вот, в общем-то. Вот такой вот радостный динамайк вам. Говорит, что вы поставили лайк, подписались на мои два канала, Денплей и Эванден. Все, ребята, всем удачи и всем покедова.